Death Note, а в переводе с английского «Тетрадь смерти». Инструкция. Насколько я понимаю, ты активно пользуешься тетрадью, которую я потерял. Честное слово, со мной что-то странное происходит. Вы должны знать этого человека в лицо, иначе написанное не возымеет никакого действия. Таким образом, людям с одинаковыми именами ничего не угрожает. Если хотите убить его, что ли? Нет. Лучше не убивать людей, с которыми чем-то связан. Ягами у тебя острый. Но если я буду слишком умничать, ты станешь подозревать меня еще больше? Да, уже 3%. Но в то же время мне еще больше захотелось вести расследование. Ау, ты знаешь, что боги смерти едят не на дальнем приемке. Но при этом на оборотной стороне снимков напечатан номер. Если сложить снимки по порядку, получается... Эл, ты знаешь, едят. Скажи, как я могу доказать тебе, что не являюсь Кирой? Ягами, если ты не являешься Кирой, то и доказывать ничего не потребуется. Ты опять за свое? Поставь себя на мое место и представь, каково быть подозреваемым. Ты сейчас думаешь, Ягами Лайт, я читаю твои мысли. Эта игра совсем не упрочит нашу дружбу. Но зато в глазах всех окружающих мы будем выглядеть друзьями. Уверен, ты думаешь о том, что я затеял эту партию в теннис, чтобы постараться приблизиться к тебе? Если Кира обычный человек, который обладает такой силой, он должен быть очень несчастен. Рязаки. Значит, он действительно Эл. Отец мне лгать не будет. И он в настоящее время руководит действием полиции. Я мечтаю убить его и всех участников расследования. Нет. Думаю, все не так просто. Спешить некуда.